эти пакеты называются «Спасите продукты». Стоят они только 3 евро. Туда вкладываются овощи, фрукты, все, что имеет, ну, вот в коробочке вот такая фигня. А, ну вот, вот тут чуть-чуть. Все, вот это плохое. Здесь, видимо, вот это оторвано, плохая. Не знаю, почему плохие. Не знаю, почему плохие. Тоже не знаю, почему плохие. Это, наверное, вот, наверное, грязное. Ну, бананы тут, ну, очевидно, что плохие. Вот, это плохие продукты. Стоит все вот это вот. 6 евро. Каждая упаковка по 2 евро. То есть все вместе стоит 10. Ну и 5 литров молока фермерского. Все вот это вот 15 евро. Вот так вот. Мне нравится. Так, ну, как бы выпить с утра молоко никто не мешает. Это фермерское молоко. Чем оно отличается от молока, которое было деревенское наше? Никакого постороннего запаха, на удивление. А так молоко как молоко. Ой, блин. Ну вкусное же, блин. Ну гладь. За молоко.